Итак, всем привет. Краткие новости по Хонде, по подготовке к дальнику. Что было сделано, что будет сделано в ближайшие дни. Бросается в глаза, что теперь есть ветровик от Альфы, кажется. Он встал очень плотненько на родные крепления. Там два ушка внизу и вот здесь два ушка. Это прям устройство, которое меняет качество жизни, качество езды. Кстати, не обращайте внимания, что мотик такой грязный. Я сейчас 40 километров проехал по грунтовкам. Вкатываюсь потихоньку. Хочу привыкнуть, пока есть время. Так, значит, ветровик. Второе, это дуги. На всякий случай, потому что всякое бывает. И лучше, чтобы мотор упал, конечно, куда-нибудь сюда на дугу, а не куда-нибудь еще на мотор, например. С выхлопом ничего не делал и не буду. Надеюсь, что пройду техосмотр и постановку на учет и так. Дальше. Багажник. Рамки уже готовы, но они пока еще не приварены сюда. Я перенес крепление поворотников вот сюда, вот отсюда. Потому что здесь же будут вещи, и чтобы они не закрывали обзор, переварил уголочки с двух сторон, закатал все в гофру под термоусадочкой. Да, рамки уже готовы, скоро будут крепиться на днях, надеюсь, под кофры. Здесь у нас будет площадка под пластиковый кофр. Он едет, он будет 2 сентября в Перми. У меня теперь есть страховка, и я записался через госуслуги на постановку на учет и техосмотр 3 числа. Так, цепи звезды. Менять не буду. Банально нет денег. Потому что и так уже вложил кучу бабла в это все, в эту затею. И просто нет денег. К тому же, как поговаривают чуваки из профильного чата ВКонтакте, ну, не нужно. В общем, мотор начинает масло жрать. А сцепление, которое и так здесь является таким слабым звеном на фоне остального конструктива. Короче, его лучше лишний раз не нагружать. Дальше, что я сделал? Я поставил тросик спидометра. У меня теперь считается пробег. И скорость, соответственно, указывается. Это прекрасно. Так, что еще? Так, что-то было еще. Здесь из таких устройств для путешествий не хватает только одного. Это прикуривателя. Я нашел в Озоне, кажется, не банальную такую коробчонку, которая крепится сюда, а я нашел такой ободок, который крепится вот так вот. Встанет рядом с кнопкой Start-Stop. И не будет мозолить лишний раз глаза. Там есть Type-C, что мне гораздо важнее, чем обычный прямоугольный USB Type-B. Вот, еще из планов насчет крепления телефона. Я хочу использовать вот эти вот две шпильки, которые здесь у меня имеются. И телефон разместить вот там вот, чтобы было, как, знаете, как на дакаровских каких-то мотиках. Вот, и если будет время, я эту задачу решу. Если у меня не будет времени, я просто поставлю, у меня есть велосипедный держатель, и я его сюда поставлю и поеду особо, в общем-то, не парясь. Но хотелось бы сделать сюда, потому что здесь и от ветра будет защищено, и от дождя. И две точки крепления все-таки лучше, чем одна точка крепления, к тому же на китайском держателе телефона. Жалко сюда ставить. Всякое может быть. К тому же пришлось завести второй телефон для того, чтобы его ставить, Android, сюда. Потому что, ну, что-то iPhone жалко как-то. Вот, вдруг выпадет и вообще. Вроде бы и все. Конфиг по сумкам будет наглядно ясен чуть позже, когда будут готовы рамки и приварены. В принципе, и все. Вот как, кстати, выглядит человек в полном экипе, который у меня есть. Берцы, наколенники шарнирные, черепаха. Так,
черепаха, каска. У меня нет перчаток, потому что, опять же, на это нет денег, но я надеюсь, они у меня найдутся в ближайшее время. По итогам сегодняшней поездки стало ясно, что нужна сюда еще нашлепка такая, добавляют на прищепках. Все-таки нужна. Она, конечно, портит изрядно внешний вид, но мы тут про функциональность, а не про какие-то внешние изыски, сказал человек, который поехал на классике за 5000 километров. В принципе, и все. И сейчас я еще заведу и все-таки дам вам послушать выхлоп, потому что в прошлом видосе не совсем было ясно, насколько он громкий, потому что я буквально там на 2000 обороты поднял, и все. Сейчас я постараюсь крутануть, так крутануть.